Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Совсем недавно мы с мужем абсолютно случайно забежали в Фикс Прайс и купили там много классных штучек. Сейчас покажу, какие. Самая важная покупка – это вот такие вот тарелки. Большие тарелки и суповые, или как они называются, боулы. Они все стоят по 149 рублей. Мы взяли 6 глубоких тарелок и 6 плоских. Они очень классные. И, честно сказать, с тех пор, как мы переехали в свою квартиру, это уже примерно, наверное, 7 лет назад, мы искали классный, красивый набор посуды и никак не могли его купить, поэтому у нас в шкафу стоял еще старый, который мама мне отдала во время переезда. Мне ничего не нравилось, либо было слишком страшно, либо слишком некрасиво, либо слишком дорого, либо тарелки были матовые, я хотела глянцевые. В общем, случайно в Фикс Прайсе просто увидела идеальные тарелки, они не просто белые, они такие с красивым космическим рисунком, люминарка, глянцевые, качество должно быть хорошее, их можно мыть в посудомойке, и вообще, мне кажется, это просто супер покупка этого года. Еще мы взяли вот такую вот ненужную штуку, это просто декоративная ваза, она подходит к тарелкам, как вы уже поняли по цвету, и я ее взяла чисто для красивых фотографий и для декора. Стоит она 99 рублей, и не знаю, что туда можно поставить, наверное, только одну какую-нибудь маленькую ромашку. Еще купили вот такую тарелку за 77 рублей, это тоже суповая тарелка, по-модному она называется боул, в ней можно подавать каши, супы и, в общем, все что угодно. Но когда я пришла домой, я увидела, что на ней есть трещина небольшая вот здесь вот, которую я не заметила в магазине. Но надеюсь, она проживет достаточно долго, в крайнем случае для фотографии ее должно хватить. Еще Женя нашел вот такой вот пресс для чеснока. Это пресс для чеснока не терка, а на разделочную доску или на тарелку кладется зубчик чеснока, и вот этой штукой сверху вот так вот он раздавливается. Не знаю, насколько это удобно, нужно пробовать и посмотреть на практике. Стоит эта штучка 77 рублей. И разделочная доска бамбуковая за 149 рублей. Пока что я на ней ничего не резала, не готовила, вообще взяла в основном для съемки. Помыла ее один раз, но еще не обрабатывала маслом. Вообще любые разделочные доски, деревянные, новые и старые в том числе, нужно иногда обрабатывать растительным маслом, любым, оливковым, подсолнечным, льняным, и дать им хорошо просохнуть. Вот когда я ее обработаю, помою, что-нибудь на ней порежу, тогда будет понятно, насколько она хорошего качества. Но выглядит она, в общем-то, ничего, и стоит всего 149 рублей. Еще тоже нашел Женя вот такую вот странную штуку. С первого взгляда даже непонятно, зачем она нужна, вообще, что это такое, какая-то пластиковая фигня. Но на самом деле эта вещь очень удобная, это полка для обуви. У нас очень много обуви и очень мало места для ее хранения, особенно в прихожке, потому что мы до сих пор почему-то не заказали, не купили, не сделали шкаф-купе нормальный, большой, поэтому с обувью, с хранением у нас есть проблемы. И удобно сюда ставить какую-то невысокую обувь, например, сланцы, одну сюда, другую сюда, и получается, что пара обуви занимает место ровно в два раза меньше. В общем, советую, мне кажется, мы вернемся еще за этой штукой, обязательно купим под всю свою обувь еще такие полочки, стоят они всего 55 рублей. И последняя наша покупка – это книжки. На самом деле мы взяли 4 книги, они все по 99 рублей, есть абсолютно разные, есть вот для саморазвития, какая-то художественная литература, книги по финансам, есть детские книжки с картинками, в общем, полно всего интересного. Например, вот такая вот книжка в картонной обложке, в твердой, побольше размером, стоит примерно рублей 600, а здесь всего 99. Так что в Фикс Прайс можно ходить не только за какими-то полезными штуками для дома, но и за книжками тоже. Ну что, друзья, вот такие у нас случились случайные покупки. Напишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотели бы купить себе. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал.